чем? Раунд начался. Чуваки, у меня скин есть? У Паши скина. Паша один ловный скин. В смысле? Осторожно, граната! Минус ноги. Мы вы... Уверен? Уверен. О, господи. Я видела. Этот с красного на нашу резку пошел. Да, на нашу. Стоп. Мы не успеем, наверное. Еще один. Чувак. Это, отбивайся. Сейчас будет резать, Нет, стоит, короче, вот сейчас выбежит. Блин. Один, единичку. Я пойду на этот. Их обходить, так скажем. Но единичка пуста. Они на двойку пошли. Да, тут гранаты летают. Тимон, только не раш. Ты, короче, стой сзади. Вау! Блин, нет, прям под их это. Резает зеленый. Тьфу, желтый. Забить. Еще один. Сейчас перезаряжаюсь. Враг уничтожен. Лучше деактивируйте. Давай. А, сзади. Он зашел. Синий. Нет, за ящиком. Хорош. Инж дефуз. Давай, ты, у тебя меньше очков. Боже, мы затащили просто в сливной ситуации. Бомба успешно обезврежена. Победа за нами. Блин, сейчас нужны этот... Подожди, нет. Стой, сейчас я этот в складе пороюсь. Так, чё, хэфпам поставлю? Да, хэфпам поставлю. Стой, подожди. Я хочу попробовать рейтинг скатать с товаром. Всё, сейчас займём. Фабрика ненавижу. Чё за фабрика? Боже, опять конфаркарты, которые я не знаю. Крымского это. Обзор его комната. Скоро. Ты потихел. Первая. Там еще второй. Медик. За трактором стоит. Снайпер со снайперской позиции. Мы проиграли раунд. И никто на двойку не пошел. Нормально. Сойдет. На первое время, конечно, но сойдет и так. Однако дратути. Блин, с катаны! Блин, он с катаной, не надо было. Чувак буквально ни с чем. Ё-моё, братишка. Нет. Вулкан. Вулкан, не. Я пошел. Провку. Не, я не пойду. Мне по хп. Тика. Не дергайся, я тебя вылечу. Ой, сразу мина взорвется. Мы уничтожили. В смысле двоих? Лол. Может опять на этом сраном подсаде сидит ультракимбер? Забежал. Короче, вот куда Паша поднимается, вот тут вот домик. Вот этот вот, второй этаж. Черт. Это что за пепель? У меня? Не, у этого. Чёрт. Он, короче, сидит на их подсаде. А нет, он слез. Постреляй! Мы уничтожили отряд врага. Граждан. Победа за нами. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр, за подписку, возможно, подписку. И еще, ребят,
Если вам не нравится мой контент, проваливайте к черту. Мне не нужен такой наплыв идиотов. Ладно, с вами был Пашок, и всем пока-пока.